канале Микс Фикс. И сегодня я решил записать небольшой влог, но в первом варианте он должен был выглядеть на улице. Ну как на улице, уже капец как стемнело, я решил записать его дома, потому что на улице, как вы видите, темно. И смысл записывать какой-то влог вообще бессмысленно. И вот. И сегодня я решил записать влог на такую тему, как просто беситься. Просто беситься, потому что мне нечего делать дома и одному скучно. На, вот так. Вот. Мне скучно, я не знаю, что делать. И сейчас я попытаюсь всякую хрень попридумывать. И что ж, я нашел вот такой вот мячик. Я сам не знаю, откуда он у меня взялся. Вот такой, вроде Demix Mini какой-то. Ну, это типа для тренировки там. Ну, короче, для дриблинга то ли что-то типа это. И вот, и сейчас я выйду с ним мудиться этим мячом вот так вот. Нахер тапки. И оп. И все в том же духе. И сейчас я покажу вам пару финтов. И вот, я уже установил камеру, и сейчас я вам покажу. И вот, я уже взял мяч, и сейчас я буду с ним финтиться. Поехали! И первый трюк вот. Называется он финт Зидана. Исполняется он очень легко, просто. Вы уводите мяч. Ну, бежите, сейчас прыгнем. Просто, например, вы бежите. И так, хоп. И резко так. И все, и мяч уже... Или отдаете пас, или просто уводите его в сторону и бежите дальше, там, по флангу или почему. Второй финт, он называется, я не знаю, как он называется, но это прикольный финт. И я не знаю, смогу ли я его выбрать. Он выглядит примерно так. Вот так, оп, так вот, оп. Ну, блин, я давно уже не занимался финтами, и... Да вы вообще не играл в футбол. Я не знаю, зачем я вообще записывал ролик по этой херне. Так тупо. Может просто побегать так. Хоп-хоп. Ох, сука. Ускоплыву. И вот. Я повалялся уже на коверчике. И сейчас мы... Видно вам или нет? Вид из окошка. Вот прикольно там, снежок. И надеюсь, можно сейчас выйти на улицу и погулять. Я не знаю, но что-то мне сегодня неохота идти никуда. Ну и вот. И сейчас я... У меня возникла такая идея. Можно... Я выйду на улицу и поделаю всякие разные сальто в снег. Не знаю, как вам, но мне похер. Так вот. И вот. У меня есть мяч. Есть мишка. Сейчас будет сцена. Зачем я? Сука, я... Ну и на изи. И сейчас я вам покажу, как я делаю кувырки. Кувырки делаются на изи. Просто берем. И вот так. Ну, я еще могу поставить на руках немного. Вот так вот. Берем, вот так. Оп. И все. И на этом моя походка на руках заканчивается. Не знаю, почему я такой тупой, но мне нравится. Ай, блин. Нож.
Я, короче, так вот держу, хочу уже записывать. И у меня вот так телефон прям на нос. Фак. Больно. Ёбаный в рот. Не знаю, как вам, но мне понравилось. Ну что ж, мой влог подошел к концу. Кому понравилось, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! У-у-у!